Следующий бой будет 1-1. Ринг выходит вес 110 килограммов. Интеллектуальный спаситель Масс. И обладатель контракта Money in the Bank за чемпионство мира в тяжелом весе. Дэмиан Сэндо. Очень много вопросов по поводу того, что Дэмиан Сэндо не закэшил свой чемодан в воскресенье, когда была возможность, Альберто Дель Рио привел матч с Роб Ван Даммом до дисквалификации, после чего RVD избил мексиканского аристократа. Но кэша не последовало. Мы снова в Цинциннати на последней части шоу Main Event на 545-го. Обладатель чемодана Money in the Bank, который проигрывает раз за разом. Возможно, поэтому он и стал кэшить чемодан. Его соперник из Кейптауна, Южной Африки. Вес 97 килограммов. Джастин Габриэлле. Не помню, к сожалению, когда последний раз побеждал Дэмиан Сэндо, но зато помню, что один раз точно он проиграл именно Джастину Габриэлле. Сегодня своеобразный матч-реванш. Но делать какие-то прогнозы очень довольно опасно. Ну а матч Роба Ван Дамма против Альберто Дель Рио, это действительно был потрясающий шанс стать чемпионом мира в тяжелом весе для Дэмиана Сэндо. Возможно, он действительно поступил интеллектуально. У него есть еще время. За это время он наверняка наберет форму. И уже тогда чемпионом станет, потому что, естественно, выиграть-то может быть и будет просто, а вот надо еще отстаивать будет в самое ближайшее время. А чемпионы на месяц, как водится, не запоминаются. Ой, какой дропкик от Джастина. Хотя, вспоминая, к примеру, того же Дэниела Брайана... Так, подождите, бэкслайд. Джастин сразу пошел в атаку, видимо, поставив ставку на скорость. Дэниел Брайан уже двукратный чемпион WWE, но сколько раз он в том и в другом случае поддержал этот пояс. Но, правда, оба раза не по своей вине, как проиграл. Скорее всего, досталось, наконец, высоко летающему южноафриканцу. Дэмиан Сэндо себе цену знает, и такого все-таки издевательства не будет допускать слишком долго. Ух ты, удар об апрон. Все, инициатива за мистером Money in the Bank. Конечно, всякие ходили разговоры, даже до того доходило, что люди считали, что Дэмиан Сэндо специально проигрывает всем, чтобы потом всех удивить своим кэшем. Если честно, я даже в эту теорию немножко поверил. Но все-таки иногда чувствуется, что Дэмиану Сэндо не хватает опыта. Он очень хорош по-своему, очень хороший тактик, но не тактика единой. И не только на этом ките, безусловно, большом, рестлинг строится. Содержание 2. Нет, простите, 1.5. Русская подсечка. Пошли по классике. И этот прием называется, знаете как? Винтажный Дэмиан Сэндо. Раз, два. Вот теперь точно два. Ну какая разница. Падающее колено, жестоко, но мимо. Этого жестоко исключительно для колена интеллектуального спасителя. Что Джастин придумает? Скорость — это его один из лучших друзей. Удар с разворота, раундхаус, и еще и локоть прилетел. Ой-ой-ой, спиннинг хилл-кик. Не хватает его для победы, но это уже заявка. Это, конечно, наверное, самая большая беда Дэмиана Сэндо. Скорость он не развивает очень высокую. Чертовски это мешает, и вот противостоять таким рестлерам ему тяжело. Кроссбади! И, по крайней мере, вырываться из задержания. А там, поди, и шанс придет. Ну, не знаю, Истио. Джастин уже полез выполнять свой любимый 450 сплэш. Неужели так все и закончится?
I'll get back to that in one second as Justin Gabriel. 450! Ну куда? Куда летишь, друг мой? Из Кейптауна. Это шанс для Дэмиана Сэндоу. Браво! Наконец-то! Раз, два, три! Я не могу поверить. Победитель матча! Дэмиан Сэндоу! Теперь ему не придется говорить все еще обладатель кейса Money in the Bank. Возможно, все-таки скажет. Тишина, да, тишина. И все еще ваш держатель контракта Money in the Bank. И гарантированный будущий чемпион мира в тяжелом весе Дэмиан Сэндоу. Всегда пожалуйста. Огромное спасибо, что напомнили, мистер Сэндоу. Но это совсем уже другая песня. Возможно, переломный момент для Дэмиана Сэндоу. Надо научиться побеждать еще более знаменитых бойцов и уже тогда строить планы на кэш-чемодан. Хотя сколько планов не строй, все равно придется ждать. Ждать нужный момент. На этом у меня для вас все. Я с тобой был Олег Манелов. До свидания. Смотрите Wrestling на 545 TV. Это было шоу Main Event.